привет, ребята! Сегодня у нас третий день дистанционки из-за погодных условий, потому что очень низкая температура. И сегодня я вам покажу свой день. Хотела сделать себе какао с маршмеллоу, но я поняла, что я не очень себя хорошо чувствую в 8 утра, поэтому лучше обычный чай без сахара. Вот у меня Christmas vibe, и еще буду учить географию заодно. Всем привет, я жду Амину. Да, последний раз влог был, когда здесь снега не было. Замело, завьюжило, У меня, кстати, новый телефон, поэтому качество такое офигенное. Итак, мы с Аминой пришли в кофейню. Да. Амина заказала какао, а я черный чай. Сейчас мы еще ждем мой блин. Да. Сними меня. Он какой-то не черный. I wish I knew me. I wish I knew. Синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. А ну ма... Я хочу вот этого чела, вот этого просто, ну это реально, вот этого. Что тут еще есть? Я нашла вот такую вот коробочку. Это я хочу гусь обнимусь. Я... А ты для видео снимай. Я нашла вот такую коробочку. Супер. Ладно, у меня есть цели, поэтому прости, гусь. Итак, ребята, что мы с Аминой покупаем? Я купила вот такой вот сок. Рамена. Два штуки. Так, это Амина. Вот это вот Амина. Хозяюшка, да. Вот это я купила еще один пакет. Потом, что я еще купила? Все, ничего. Вот, и еще я хочу шоколадку. Почему вот такую. Лавочки в только в мини-размерчик. Вот. Дарите мне вот это, я все ваше. Серьезно. И вот это. Вот это. Обожаю Мэндерс. Я Скитлс ненавижу. Я Скитлс больше не люблю. Ненавижу, он же кислый. Мы в тюрьме. Опа. Опать. Я тоже. Вот такой вот у нас покупочки. All I want for Christmas is you.
Вот такой вот у нас рамёнчик. Сейчас будем пробовать. И гранатовый сок. Ну, давай. Моя мама в меня не верит, если вы это слышите. Она думает, что я здесь смогу есть. Давай, давай. У меня, конечно, губы уже горят. Я попробовала, давай, мамин. Если уж я не стала есть... Угу. Тебе это не поможет. Так, такой вот у нас тинт. Угу. Природный. Это только...